300-летие российской полиции отметили и на Брянщине. В преддверии юбилейного дня митрополит Александр совершил молебен и литию в Брянском кафедральном соборе. На богослужении присутствовали начальник управления МВД России по Брянской области Валентин Кузьмин, заместители, а также руководители основных подразделений ведомства, сотрудники и ветераны службы. В завершении владыка Александр поприветствовал всех собравшихся с знаменательным 300-летним юбилеем. Молитвенную память глава Брянской митрополии преподнес Валентину Кузьмину икону преподобного и благоверного князя Олега Брянского с частицей его мощей, пожелав помощи Божией в высоком служении народу и малой родине. В ответном слове начальник областного управления МВД от всего личного состава поблагодарил владыку Александра и священнослужителей Брянской епархии за ту работу, которую они проводят в рамках взаимодействия по духовно-нравственному окормлению сотрудников. Особую признательность Валентин Кузьмин выразил за молитвы по полицейским, погибшим при выполнении служебного долга.